Последняя суббота лета 2021 порадовала сарапульцев интересным зрелищным мероприятием. В город ворвалась акция «Ночь кино». На трех площадках города организован бесплатный показ отечественных фильмов. На больших экранах разворачивается добрая, трогательная история об овчарке по имени Пальма и 9-летнем мальчике Коле, для которого она становится родственной душой и лучшим другом. Фильм так и назван «Пальма в честь пушистого зверя». Это одна из трех картин, показанная зрителям в рамках «Ночи кино» в Сарапуле. Также сарапульцы смогли насладиться фильмами «Конек-горбунок» и «Огонь». Показы прошли на Гоголевском бульваре, в фойе ДК «Радиозавода», на площади ДК «Электрон» и в кинозале «Новый иллюзион» Центральной городской библиотеки. Всероссийская акция посвящена Дню российского кино. Для людей это возможность, убежав от каждодневной суеты, погрузиться в красочный мир кинематографа, познакомиться с современными режиссерами и насладиться отечественными кассовыми фильмами.